عمر زكوشا شزقا قال واستغيا قال وشرتي برش زاوج عين لله عين لله عين هدينا. Привет! Мы сегодня находимся в ауле Псебе. Здесь очень живописная природа. Вокруг холмы, леса, реки. Очень здоровая местность. И по поводу этого аула ходят разные истории, в основном связанные с его, в общем-то, периодом основания. Ну, основной версией считается 1870-е годы, когда сюда вернулись те из шапсугов, которые вынуждены были уйти отсюда в конце Кавказской войны. Ушли они тогда в горы, но в 70-х годах им разрешили поселиться обратно здесь, и они вернулись и основали вот современный уже аул Псебе. До этого здесь было 30 аулов почти в этой долине реки Псебе. Вообще Псебе с адыгского языка и переводится как «многоводные». И действительно, как говорят, здесь очень много разного рода ручейков, ручьев, которые входили в эту речку. Речка такая, конечно, вроде бы маленькая, но, говорят, бурная, разливается очень сильно. За моей спиной находятся вот эти вот живописные холмы, покрытые лесом. Как говорят местные жители, еще где-то 60-70 лет назад здесь на холмах леса почти не было. Здесь были пастбища, поля, гулял скот, вот по этим полям сады росли. Но все это, конечно, со временем поросло лесом, территория уже так активно не используется. Современный аул Псебе, он не очень, конечно, большой, но... в принципе, довольно живой, активный. Здесь есть даже свои детские ансамбли танцевальные, то есть молодежь здесь есть, растет. Семей там, ну, где-то около 400 семей. Молодежь, конечно, большинство уехала и либо работает, живет здесь, работает в Новомихайловском поселке. Здесь отсюда до него добраться недалеко, всего 9 километров. Ну, а так в целом место интересное, туристы здесь бывают. В общем-то, возможно, даже и больше будет, если здесь построить все-таки этнодеревеньку. Ну, такое прекрасное место аул Псебе. А подробнее об его истории и истории родовых фамилий дальше в выпуске. Там, где леса, поля и долины, где гор кавказских седые вершины, где реки впадают в Черное море, там, где есть радость, там, где есть горе, там, где сверкали шашки, кинжалы, там, где пролили крови немало, где по преданиям с давних времен жили 12 адыгских племен. Мой брат Убык, абазех и шапсуг, брат Натухай, Тебергой и Бжедуг, Егерухай, Мамхек Хабартай, брат Веслиней, Жаней Хатургай. 12 звезд и 3 стрелы на дивном фоне зеленого стяга, символ адыгской нашей земли, в нем наше братство, честь и отвага. Аул Псебе, самый западный сегодня причерноморский аул адыгов-шапсугов. Он расположен по обоим берегам одноименной реки Псебе, которая впадает в Черное море недалеко от поселка Новомихайловский. Сегодня здесь живет около 400 с лишним человек. Аул находится в 14 километрах вверх по реке Псебе, и дорога эта проходит по достаточно живописному берегу реки, но она сегодня одна из последних гравийных дорог среди аулов адыгов-шапсугов побережья. Псебе очень плотно связан с поселком Новомихайловским, где работают многие его жители сегодня. Когда-то дорогу сюда хотели асфальтировать. Еще в советское время даже выходил небольшой такой пропагандистский черно-белый фильм по этому поводу. Но с тех пор вопрос так и не сдвинулся с места, поскольку дорога очень длинная и очень сложная. Но тем не менее, как гравийная, она довольно хороша, и проехать сюда можно на любом автомобиле. Интересно, что в фильме сохранились кадры того, как ходили жители аула к побережью до постройки дороги по горным узеньким тропам, а также как дети переходили речку на специальных ходулях, которые были очень в ходу в аулах в начале еще даже в середине 20 века для перехода через речку. Исторически на месте аула Псебе, как и вообще в верховьях рек Псебе или Щипсух, находились аулы адыгов-шапсугов. Многие из них занимались кузнечным делом. Начальник Черноморской береговой линии с 1837 по 1841 годы Николай Раевский, сын героя наполеоновских войн, писал: «Для выплавки железа собирается обычно человек 500 и более. Между прочим, такие мастера есть на реке Нечепсуха, в 12 верстах от ее устья. Железо их твердо, но хрупко. Кузнецов между ними много, хотя хороших мало». К сожалению, прежнее население этих мест практически полностью ушло в Османскую империю в конце Кавказской войны. И точно сказать сейчас, к каким фамилиям они относились, без обращения к диаспоре, сложно. Современное население аула Псебе – потомки переселенцев из аула Тахтамукай в период с 1883 по 1885 годы из семей адыгов-шапсугов. Считается, что проживание среди бжедугов сказалось на их особенном грубоватом говоре шапсугского языка. Но это спорный вопрос. Все Ачмизовы, которые проживают здесь в ауле, произошли от одного человека и 4 братьев. Вот. Это братья моего прадеда Учужука. Там Фломаф есть, брат его, ваш брат Нахупш и Хапако называется. Вот эти 4 брата. Это их отец был Ханес. Вот. И этот Сужук, вот от него, уже от первой жены, вот так называемой, которую он спас, 5 детей у него, 2 сына. Это один мой дед и другой тоже его брат. И 3 дочери. А от другой жены 8 детей. И всего их было, насколько я понимаю, по арифметике 13 детей. И вот от них мы родились, и вот уже от моего деда 8 сыновей и 1 дочь, а от них уже мы пошли, и, слава богу, уже более 100 человек исчисляется от моего отца уже в роду. Так что мы богаты по-своему. И вот, конечно, само собой, параллельно и другие Ачмизовы тоже развивались, росли, вот как раз стоят рядом с нами. Тоже прадедушки наши были. Да, мы все один корень у нас у всех Ачмизов. Еще одно предание, вот насчет Коблевых. Вот Коблевы, я сказал, семья жила, да? Ага. Ну, тут по речке нашей шапсуги одни жили, вот до Верховья. Угу. В Верховьях так теперешние вот Агуи, вот этой кубчавцы жили, вот Агучево, Шатова, там вот Амилья. А тут аулы, вот, начиная с Михаловки и через главный хребет близко абазехи жили. Ну, у них это праздник урожая тоже в сентябре, в конце проводилось. Ну, значит, соседи звали участвовать там. В этих соревнованиях, там джигитовка, там стрельба с лука, там. Потом обязательно была борьба этих, ну, борцов. И, а наши уже знали, что там у них в абазехах борец сильный. По речке клич кинули, да. Но у нас не было борца такой, который мог бороться, а если поедешь, проиграешь, тоже неудобно. Ну, вот и начали совещание этих аулов, сделали там. Старики собрались, вот тут Коблева старичная, говорит, я не знаю, как вам сказать, говорит, но у меня есть невестка, говорит, такая, говорит, если кто поборет, вот она только поборет, а то, говорит, бросает. Ну и что такое? Ну вот один раз, говорит, мы с сыном притащили на быках, говорит, сухое дерево, ну дрова-то не готовили, и гололед как дал, говорит, дерево мерзло, говорит, не можем вытащить, говорит. Утром рано выхожу, она так оглянулась, один конец взяла, выдернула, говорит, потом второй конец дерева освободила. Сильная женщина была. Второй раз, говорит, коров доит, говорит, бычок годовал, говорит, не дает доить, говорит, она тоже, говорит, за ноги и через забор перекинула, говорит, этого бычка, говорит. И, короче, сила, говорит, неимоверная она, говорит. Ну а как сказать? Ну, давай, говорят, сыну. Ну, сыну вы сами скажете, я же не скажу, говорит, чтобы невестку послал. Старики поговорили, ей сказали, она говорит, хорошо, говорит, там месяц был до этих соревнований. А эти аулы, говорят, там представители. Давай мы будем продукты отборные приносить, там от каждого. Не надо, меня кормят нормально, в семье все у нас есть. Время подходит, я в черкесскую одели, волосы под шапку уложили и к абазехам через перевал туда, на поляну. Приехали там, ну, абазех, там мужик такой мощный, бороться надо. А этот выходит, он смотрит, вы чего этого пацана, говорит, прислали, говорит. Ну, женщина-то невысокой бороды, чего мне пацана поставляете, говорит. Да, посмотрим. Начали бороться, она раз ее на лопатки бросила. Он скакивает, чудо, удивленно, вроде, что такое. Второй раз опять бросила. Третий раз, когда она бросила, тот рукой зацепил шапку, шапка слетела и волосы. Женщина. Вот такой вой подняли, что женщина, ну эти не дураки, которые, ну если с нашими женщинами не можете бороться, куда мужиков выставлять под дела, вот женщина ставит. Ну вот так она спасла, вот честь этих кого читает, женщина, невестка Коблевых. Я писал, у меня где-то напечатано есть. В 1905 году в ауле имелось 16 дворов. В 2020 году число дворов уже составляло 44. С населением около 300 человек. Слово «псебе» означает на адыгском языке «многоводное», где псы – вода, река, а бе – много. Аул исторически делится на несколько микрорайонов. Это Дамкуатль, то есть место лещины, это от Фишатль, место, где растет твердое дерево, Кобле-Там, возвышенность рода Коблевых, Алале Хабль, это квартал, где живут род Алалло, и Идиджокохабль, квартал, где проживает род Идиджоковых. Как и многие аулы причерноморских адыгов-шапсугов, Псебе был долгое время местом труднодоступным, пока в 1970-е годы сюда не провели дорогу. Тем не менее, обширные семейно-родовые связи шапсугских семей продолжали расширяться даже тогда. Люди ходили по горным тропам в гости в аул Агуй-Шапсуг, в советское время он назывался Куйбышевка, и в аулы Большое, Малое, Псиушхо. Это в долине реки Туапсе. Как и везде в шапсугских аулах, основными продуктами пищи и хозяйства здесь всегда были мед, каштаны, фундук и сыры. Сегодня в Псебе не осталось мастеров традиционных искусств или народных музыкантов. Единственное мастерство, которое еще сохранилось, это плетение корзин для овощей, фруктов и сыра. На пути в аул река поворачивает резко на восток, и на ее излучине расположился старинный дуб, в который ударила молния. Дуб этот священный. Около него проводились молитвы и аульские сборы в прошлом. Рядом находится огороженное старинное кладбище шапсугов. Сегодня в ауле действует своя школа и довольно активный дом культуры. Местные жители восстановили доску памяти участников Великой Отечественной войны с фотографиями. Здесь же молодые ребята учатся национальным адыгским танцам под руководством молодого хореографа Мурдина Шхалахова, который остался в родном ауле, посвятив себе благому делу сохранения национальных традиций. Благодаря ему интерес к языку и культуре проявляет молодежь, которой свойственно сегодня забвение обычаев и родной речи. Уже несколько поколений прошло через его школу, а коллективы успешно занимают высокие места в различных российских и даже международных конкурсах танцев.